Итак, всем добрый день. У нас сегодня на обзоре трехосевой стабилизатор фирмы Hohem. Модель называется BAF. То есть поставляется вот в такой упаковке. Основные возможности расписаны данными коробки с обратной стороны. То есть включает в себя сам трехосевой стабилизатор, дальше контрвес для смартфонов с большой диагональю от 5 и выше. Так, инструкция по эксплуатации, аккумулятор, дальше сумка для переноски, микро USB кабель для подзарядки и прошивки данного стабилизатора, ну и гарантийные обязательства в виде карточки. Так, ну и как мы видим, то есть сумка для переноски, дальше есть ремень для переноски, инструкции по эксплуатации на двух языках, английский и китайский. То есть показано принцип действия. Так, ну и какие смартфоны можно устанавливать. Так, внутри находится стабилизатор. Вот. То есть здесь стоят ограничения 320 градусов. Ну и то же самое здесь. Ограничители на 320 градусов. Так, ну а сам может вращаться на 360. Так, аккумулятор вставляется здесь. Ну и гнездо для подключения мини-USB кабеля для подзарядки, ну и прошивки данного стабилизатора трехосевого. Так, у меня есть аккумулятор. В данном случае, то есть, ну, он совпадает по характеристикам. Аккумулятор тут используется серии или там 18650, то есть данный аккумулятор, который идет в поставке без защиты, вот этот у меня с защитой, то есть есть платы защиты от переразрядки, перезарядки, ну и короткого замыкания. И если вы посмотрите, то есть защитой он выше. Но здесь есть удобная вещь, то есть вот прокладка, то есть и можно вставлять аккумуляторы с защитой. То есть плюс наверх, минус вниз. Так, ну и закручиваем. Внизу есть резьба 1/4 на штатив. Ну, либо подставку. Подставки, к сожалению, нет в комплекте. Так, дальше. Как его нужно отбалансировать? Так, вот у меня есть смартфон HTC. Так, у этого производителя в Play Market, ну и Apple Store, есть программное обеспечение
называется Hohem Studio, который можно без проблем скачать. Так, вот он такого вида. Дальше нам нужно Bluetooth подключение для того, чтобы аппараты нашли друг друга. Так, дальше устанавливаем. Так, и видим, что он наклоняется в сторону. Для этого служит контрвес. Для больших смартфонов от 5,5 дюймов. Так, и видим, что он у нас наклоняется в другую сторону. Так, ну здесь нет ничего сложного. Достаточно отодвинуть. Достаточно, все жестко лежит. Так, ну и давайте посмотрим, какие функции влечет в себе этот стабилизатор. Так, ну, во-первых, включение, продолжительное держание. Так, больше 3 секунд. Так, дальше стабилизатор должен сконнектиться со смартфоном по Bluetooth, что он и сделал. Так, ну и вот здесь вот появилось то программное обеспечение. Так, что из себя представляет? Ну, во-первых, Bluetooth подключение. Дальше поменять камеры. То есть либо фронтальная, либо передняя камера для селфи. Дальше автоматическая вспышка. То есть различные режимы. Так, дальше тут можно поменять различные соотношения сторон экрана. Он до 16:9. Так, дальше управление. То есть здесь можно экспозицию менять, можно поставить автоматическое ISO, либо те настройки, которые подразумевает ваш смартфон. У меня от 100 до 800 можно установить. Ну и баланс белого. То есть, ну а здесь HDR, ну у них или ошибка, либо какая-то своя система. Так, дальше можно снять панораму, либо 360, либо 180. Вот здесь вот показано. Так, дальше захват объекта различными способами. Так, запись либо фото, либо запись. Так, ну и можно установить различные соотношения снимаемого объекта по фото, по видео. То есть что у вас возможно. То есть вот у меня на основную камеру приходится от 720x480, то есть вот 3 позиции. Сейчас стоит на HD качестве. Так, есть джойстик, благодаря которому, то есть можно управлять вверх-вниз, вправо-влево,
Так, ну и этот же джойстик производит смену режима. Например, вот сейчас вот оно безразличный, ну как бы сменяет в ручном. Так, дальше два раза быстро нажали, то есть он следует, следование. Как вы его повернете, так он и за вами следует, там наверх, вниз. Так, три раза. То есть он фиксируется и не меняет, как бы вы ни делали. То есть зафиксировался на объекте. Так, четыре раза. Он становится вертикальный режим. Так, ну и в результате осуществляется съемка. Так, обратно перейти тоже. Четыре раза нажать. То есть он возвращается в первый режим. Так, следующее действие. Это держим 3 секунды этот джойстик. Так, и у вас можно менять масштаб. Ну, то есть увеличивать, уменьшать. Так, вернемся в первый режим. Так, держим джойстик 5 секунд. Он переходит в режим прошивки. Как прошивать? Я сниму отдельное видео под Windows. Переходить в нижний режим. Можно переходить в верхний режим. То есть нижний режим для снимки нижних кадров видео. Так, кнопка включения, она же служит кнопкой фотографирования. Раз, нажали. Сфотографировала. То есть вот фотографии есть. Так, два раза нажали. Пошло видео, съемка. Снова два раза нажали, а вышли из съемки. Индикатор раз мигает. То есть это первый режим. Два раза быстро мигает второй режим. Три раза быстро мигает третий режим съемки. Так, всем удобно пользоваться. То есть у этого производителя есть еще и другие стабилизаторы похожего типа. Причем, да, то есть этот стабилизатор работает не только на смартфоны, но еще он может работать на GoPro и подобные камеры известных производителей. Достаточно здесь поместить адаптер. Что из себя адаптер? Сейчас всплывет
на экране. Ну и у данного производителя есть еще и другие осевые стабилизаторы различного назначения. Но что касаемо осевых со смартфоном и GoPro, то есть вот первый стабилизатор — это вот Buff вышел. Дальше есть у него вторая модель Esteady T2. Единственное ее отличие — аккумуляторы здесь применяется 2 и другого типа. Так, ну и последняя версия у них вышла из Esteady Mobile. Ссылочки будут. Отличие от этого, то есть там дополняются следующие функции, то есть помимо масштабирования есть еще и фокус. Можно устанавливать. Да, и батарейка там постоянная, то есть несъемная. И еще можно устраивать таймлапс. Но я купил вот этот экземпляр. Чем он мне понравился? То, что здесь сменные аккумуляторы всегда можно поменять. Так, ну и таймлапс мне не нужно, либо я буду справляться ручными способами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, удачных покупок, распаковок. До новых встреч, до новых видео. Всем удачи и до свидания.